Все, приветствую вас всех. Меня зовут Георгий. Я из Грузии, как уже сказано было, но из Тбилиси. Про эту церковь я как-то давно встречал в интернете. Там есть снятые ролики. Но как попал я сюда, я учусь в миссионерской школе, ковчег спасения. И об этом я услышал в прошлом году, может быть, так, ну, не очень так. Я приходил на эту церковь один раз, посетил, и я когда здесь был, мне сказали, вот здесь какая-то школа миссионерская. Ну, я сильно не заинтересовался этим. И потом прошло время какое-то, я в этом году приехал тоже опять в лагерь, это было летом, и в лагере я встретился с наставником Валерой. И там он мне сказал, что есть такая миссионерская школа, где обучают там евангелизации, там многие духовных вопросов. Я сам тоже интересовался евангелизацией, когда кто-то приезжал у нас в Грузию евангелизировать. Я часто старался, чтобы вместе как бы научиться от них, что-то такого опыта набраться. И я думаю, миссионерская школа, наверное, думаю, это то место, где мне нужно быть. И я вот потом, после того, как он сказал мне, я не мог никак решиться, пойти или нет. Но когда я потом еще приехал в Грузию, еще как-то вот так случайно опять встретился с этой церковью, то есть видео там смотрел, проповеди там, и опять как-то вот попалась сайт этот, посмотрел, и там увидел Валера тоже опять там как бы в этом миссионерской школе. Я понял, что это то самое, которое мне говорил. И я так думал, все, надо ехать. Но как-то время мне там долгое время не решался, там другие вопросы, хотел другими там вопросами заняться, то есть там документы хотел делать, думал, может, поеду я на работу там в Россию. И все время у меня мысль не отставала от этого, что надо приехать в миссионерскую школу. И все время в течение месяца я так думал, все время, нет, ну надо поехать, потом опять не надо поехать, опять. Ну, как-то вот так у меня было, что с документами я должен успевать делать. И в течение месяца все время это мысли. Ну, потом уже все решил, думаю, все, точно поехать должен. И вот так вот приехал вся. И слава Богу, я рад, что здесь нахожусь с вами вместе. Да благословит Господь вас.